Здравствуй, Джем Чёрч! Это первый выпуск Джем Ньюс в 2020 году. И зима обещает быть жаркой. Если вы готовы заново зажечься для Христа, открывайте календарь и записывайте самые важные даты. Наш год ясного видения начинается с месяца церкви. Таким мы провозгласили январь. Февраль же мы полностью посвящаем теме ученичества. Если резюмировать места Писания, то мы, как живая церковь Иисуса Христа, построены на камнях, живых камнях, нас с вами, мы должны идти к людям и научить их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но как научить кого-то, если ты сам недостаточно подкован? Прежде всего, нужно самому стать учеником Иисуса Христа. И слава Богу за ясное видение в нашей церкви, видение 12, ведь это процесс ученичества. И как любой процесс, он состоит из нескольких этапов. Итак, этап первый. Курс «Начни новую жизнь». Это небольшое пособие, которое помогает человеку, только что пришедшему Господу, понять основные, базисные основы христианства и применять их легко и просто в своей жизни. ННЖ каждое воскресенье после служения. Оставайтесь! Следующий этап – университет жизни. Он поможет вам лично познакомиться с Иисусом и построить с Ним прочные, крепкие отношения. Он длится всего 9 понедельников, и первый понедельник состоится 20 января в 19:00. Курс университета жизни включает в себя подготовку к выезду, на котором каждый человек переживает личную встречу с Иисусом. Этот выезд называется «Encounter». Даты женского энкаунтера – с 13 по 15 февраля. Даты мужского энкаунтера – с 20 по 22 февраля. Номер регистрации вы видите сейчас на экране. И завершающий этап ученичества – это школа лидерства. Она включает в себя 3 модуля, 3 курса. Обучение на школе лидерства помогает нам более смело проповедовать о Христе нашим неверующим друзьям, знакомым, коллегам, открыть домашнюю группу, вести ячейку, расти для Иисуса новых учеников. Обучение проходит в первую половину дня по субботам. Открытие нового потока библейских курсов состоится 1 февраля в 10:00. И это еще не все. У нас есть приятный сюрприз для вас. С 15 по 16 февраля к нам приезжает Андреас Нойфельд с семинаром на тему «Последние времена». Вход на семинар свободный, поэтому, если вы сомневаетесь, живем мы в последние времена или нет, приходите на семинар и приглашайте с собой друзей. О еженедельных событиях в Джем Чёрч узнавайте в наших аккаунтах в Инстаграме и ВКонтакте. Вся актуальная информация всегда там. Как говорится, готовь сани летом, а зимой готовься стать настоящим учеником Христа. До новых встреч!